Всем доброе утро, Соня. И сейчас я не успела заснять, как я встала, потому что Соня давно встала, и мне пришлось вставать. Смотрите, какая красивая картина. Это все делала мама Сони. И сама Соня. Я же сказала, мама Сони. Какие классные единорожки. Просто посмотрите, это просто вах. Вот так я сегодня выгляжу. Моя любимая футболка и мои шорты. Идеально. Идеально. И носки. Она белая кофта. Ее нельзя там. Мы решили вместо зубы чистить. Да блин, где фокус? Мы решили вместо того, чтобы чистить зубы, поесть жвачку. Это идеально. В общем, как это правдивый день, то сейчас у меня планшет, а я в телефоне. Понимаете? Да, Соня. Я имею в виду, они всегда правдивые, но просто я имею в виду, что я никогда не показывала, что я сижу в телефоне, а сейчас показываю. Так, вы увидели мой клип мюзикл, и сейчас так как нам скучно, мы будем играть. Знаете, во что? В прятки. У меня кудряшки, что с камерой? Кудряшки. Сейчас вы увидите кое-что. Там кое-что получилось. Там танцуй, покажи. Это ваша самская. У меня кудряшки. Стой, мне очень надо, потому что у меня кудряшки. Да, что я делаю? Сижу в телефоне. Классно. Мы уже повидели, но я забыла объяснить. Простите меня просто. А Соня пошла. Может, и не типа. В общем, вот. И я, так как я забыла снять это видео, простите меня, пожалуйста. Сейчас мы опять играем в прятки, потому что мы не хотим сидеть в гаджетах. А Соня типа такая. В общем, зажигай. Планшет. На времени у нас сейчас сколько? 15:00. Да, Соня? Вот. Не обращайте внимания, она сходит сама. Ай, Соня, блин. У меня планшет, между прочим, в руках. Мы идем гулять. Вот она качается. Вот Полина кидает. Борос кидает. Выключать? Соня кидает. Кидай. Попала, молодец. Соня кидает. О, нет, и не попала. Соня кидает. Молодец. В общем, сейчас мы пришли с прогулки. И вот, мы поели йогурт. Но, блин, я опять забыла заснять. Соня, что ты делаешь? Смотрю видео. Соня, ты что? Вот Соня смотрит видео. А? Соня смотрит видео. А я тоже смотрю видео. Сейчас время уже 4:30, и скоро мы с Соней разлучимся. Я не могу говорить. У нас ЧП. Медведь Валера ударил меня. Он упал. Он упал, а я на него и локтем. В общем, сейчас мы смотрели наши видео, которые получились за все это время. Я просто больше всего угорала от Сони, потому что она столько там вытворяла. Это просто такой угар. А сейчас посмотрите, что она делает. Бедный Мишка. Бедный Валера. Не, Маша! Соня, сними таблетку. В общем, она сходит с ума. На самом деле она нормальная, просто когда я включаю видео, она становится сумасшедшей. А когда я выключаю видео, она становится нормальной, обычной девочкой. Соня, пока. Я ухожу от Сони домой. Пока, Соня. До встречи.
как трудно прощаться с человеком, знаете, у меня такое чувство. Ну, я сегодня так уже привыкла. И сейчас они моя троюродная сестра. Вот я уже иду домой. Домой. Приехали. В общем, ребят, я приехала, все рассказываю. Я была на озере, хотела покупаться, но это было холодно, так что вот. А сейчас я приехала домой и уже на часах. Ну, вы сейчас видите, сколько, я не могу посмотреть. В общем, в жизни трогаю кинетический песок, так классно. В общем, ребят, на этом было все. Сейчас времени 10:30, и ну, я уже собираюсь ложиться спать, так что... Надеюсь, вам понравился этот влог, так что подписывайтесь на мой канал и увидимся в новых роликах. Пока-пока.